определяет залог хорошего внешнего вида и красоты женской заключается в хорошем питании, здоровом сне, спортивном образе жизни и, конечно же, в кое-каких процедурах. У каждой девушки они свои. Я, например, сейчас обильно использую кофейные скрабы, как домашние готовлю с добавлением апельсинового масла и меда, так и покупные. Мне кажется, что кожа становится просто волшебной. Кто не пробовал, советую вам обязательно попробовать. Детский крем, как ни банально звучит, но он увлажняет отлично кожу. И время от времени я делаю какие-то скрабирования как лица, так и тела общие. И люблю израильскую косметику, израильские грязи. Она делает кожу волшебной просто. Совсем недавно мы сняли клип «25 часов». Это крайняя моя работа, любимая моя работа, и хочется верить, что это такой показатель, с каждой работой все лучше и лучше, красивее и красивее, мерзну и мерзну, но хочется, чтобы, скажем так, женская красота расцветала не только в клипах, а и в повседневной жизни, поэтому клипы клипами, а нам с вами, девушки, нужно о себе заботиться. Любить себя и время от времени баловать какими-то приятными процедурами, как массаж, шоколадное обвертывание или просто прогулки с любимым человеком. Наконец-то я похоже на то, что я рожаю авторскую песню. 9 месяцев я ее вынашивала, на самом деле, наверное, не 9, а больше. И очень волнительно для меня проходить этот процесс, потому что для меня это ново. Есть куча нюансов в плане там даже текста, нужно понимать, есть стихотворная форма, есть не стихотворная, есть песенная форма. В плане музыкальности нужно все это учесть, собрать воедино, словить волну с космоса и родить этот хит. Вот я надеюсь, что в ближайшее время я смогу зрителя и слушателя порадовать своей песней, потому что все-таки авторские песни, они стопроцентное попадание в эмоцию, в чувственность, искренность артиста.